Всем привет, друзья! Сегодня хочу порекомендовать вам один очень надежный сервис для денежных переводов с Украины в Польшу и наоборот, а также по всей Европе. Это TransferGo. В отличие от других обменников, которые берут большой процент от суммы перевода, TransferGo взимает лишь фиксированную комиссию в размере 9 злотых. И перевод длится менее 24 часов. Более того, по моей ссылке вы получаете первый перевод денег абсолютно бесплатно. А также получите в подарок 10 фунтов, что равняется примерно 360 гривен. Переводи деньги быстро, удобно и безопасно. Ссылка на сайт и детальное описание находятся под видео. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран, и вы снова на моем канале. И очень часто задают такой вопрос, сколько же необходимо иметь злотых, чтобы пересечь границу Украины с Польшей. И в этом видео я дам вам краткий ответ на этот вопрос, а также разберем некоторые сопутствующие вопросы, которые возникают при ответе на данный вопрос. Итак, начнем. С введением безвиза большое количество людей поехали в страны Европы. При этом наибольший поток украинских граждан направляется именно в Польшу. Но не все из едущих знакомы с правилами пересечения границы. И часто бывают такие ситуации, когда кого-либо не пропускают через границу польские пограничники. Одна из частых проблем – это недостаточная сумма денег для нахождения в стране и возможности вернуться на родину. Пересекая границу с Польшей, вам нужно иметь к предоставлению определенную сумму денег для подтверждения собственной платежеспособности. Цифра будет колебаться в зависимости от того, с какой целью и на какой срок вы решили посетить Польшу. Лучше всего иметь на показ наличные. Если же необходимые средства у вас на кредитной или платежной карточках, нужно заранее подготовить документы, которые это подтверждают. Итак, какая же сумма требуется для въезда в Польшу? Требования для въезда в Польшу это 300 злотых, это около 2000 гривен. Для пребывания до 3 дней, либо же 100 польских злотых, то есть 800 гривен в день, если пребывание более 3 дней. То есть, если вы собираетесь находиться на территории Польши больше чем 3 дня, то вы должны на каждый из ваших дней пребывания у вас должно быть 100 злотых. То есть, если вы едете на 8 дней, у вас должно быть 800 злотых. То есть, пример, думаю, понятен. Этих денег должно хватить на покрытие расходов на проживание и питание на территории Республики Польша. Эта сумма может быть в злотых или эквивалент в иностранной валюте. То есть вы можете как предоставить в злотых эту сумму, либо же в другой валюте, но чтобы был эквивалент данной сумме. Итак, давайте рассмотрим документы, которые могут подтвердить наличие средств. Это дорожные чеки. Кредитная карточка, которую иностранец сможет использовать на территории Польши вместе с выпиской лимита по кредитной карте. Платежная карта, которой иностранец сможет воспользоваться на территории Польши, а также свидетельство о текущем состоянии счета или актуальная выписка из истории счета. Справка о владении деньгами в банке, имеющем представительство в Польше, с печатью и подписью работника банка, выданная не ранее, чем за месяц до пересечения границы. И приглашение с указанием, что расходы несет принимающая сторона. В случае же транзитного проезда через Польшу, требования к суммам отличаются для граждан разных стран. В этом случае надо предъявить подтверждение владения средствами на транзит и выезд из Польши. Или обратный билет, или билет в другую страну. Минимальная сумма денег для транзита и выезда из Польши, которую иностранец должен иметь при пересечении границы с Польшей, составляет 200 злотых, если вы приехали из страны, соседней с Польшей, то есть такие как Украина, Белоруссия и так далее. 500 злотых, если вы гражданин страны, члена Европейского Союза. И 2500 злотых, это для других случаев. Думаю, с этим понятно. Давайте разберем основные требования для въезда в Европу по безвизу. Условия въезда в ЕС не зависят от наличия визы. Есть требования, перед которыми все пересекающие границу равны, хоть с визой, хоть по безвизу. Итак, первое требование – это документ для пересечения границы. Это биометрический паспорт или старый загранпаспорт с действующей шенгенской визой. Второе.
Обоснование цели и условий пребывания в странах Европы. Зачем и куда едете и где там будете жить. Третье. Достаточное количество финансов для нахождения в ЕС и для возвращения домой. Четвертое. Отсутствие в черном списке людей, которым запрещен въезд в ЕС. И пятое. Выезжающий не должен предоставлять угрозу общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений. И как же обосновать правильно цель поездки по безвизу? Если это обычное путешествие, то достаточно просто показать бронь жилья или приглашение от друзей в произвольной форме, если друзья предоставляют жилье. Показать обратный билет, если вы едете, конечно же, не на своем авто. И также нужно уметь рассказать о своем маршруте и планах поездки. Если это бизнес-поездка или командировка, то нужно показать приглашение на встречу или другой документ, который подтвердит торговые или деловые отношения с иностранным партнером по бизнесу. Для поездок с целью обучения нужно иметь при себе сертификат о зачислении или регистрации в учебное заведение, студенческое удостоверение или сертификат о посещении курсов. Для всех же остальных поездок достаточно иметь при себе данные принимающих организаций, входные билеты на мероприятия и другие приемлемые документы, подтверждающие цель визита. И последнее, что сегодня рассмотрим, это приглашение в Польшу. То есть, если вам собираются выслать приглашение, ваши друзья, родственники, знакомые для пересечения границы, то вам нужно знать некоторый свод правил. То есть, как вы понимаете, если ваше пребывание в Польше будет оплачиваться не вами, то следует, конечно же, предоставить подтверждение, а именно приглашение в Польшу, где указано, кто и для чего требует вашего присутствия, и что ваши расходы будут оплачены приглашающей стороной. Итак, кем же может быть выдано приглашение? Первое. Польским гражданином, проживающим на территории Республики Польша, или гражданином государства-члена ЕС, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, а также членами его семьи, которые живут в Польше и имеют право на проживание или право на постоянное проживание на этой территории. Второе. Иностранцам, которые к моменту выдачи приглашения законно и непрерывно в течение не менее 5 лет проживал на территории Польши или имеет разрешение на поселение или вид на жительство долгосрочного резидента ЕС. И третье. Юридическим лицом или организационным объединением без статуса юридического лица, действующим на территории Польши. Итак, думаю, из этого короткого видео вы поняли основные правила, основной порядок пересечения границы по безвизу и поняли, сколько же нужно денег для того, чтобы пересекать границу. На этом я буду заканчивать свое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и в будущем вас ждет еще больше интересных и увлекательных видео. Всем желаю хорошего дня и до встречи!